течение года департаментом здравоохранения происходит закупки по лекарственных препаратов по назначению врача. Как правило, мы проводим это на период до 9 месяцев. И начиная с августа месяца формируем заявку на четвертый квартал как коррекционную заявку. Это связано с тем, что в течение года увеличивается количество пациентов, страдающих в том числе сахарным диабетом, в первую очередь это онкопатологии, ну и различными видами других болезней. В этом году мы в августе месяце сформировали ЗНДОП заявку по направлениям, в основном это сахарный диабет, потому что в этом году внедрение дополнительных мероприятий в системе здравоохранения, это помимо диспансеризации, еще профосмотры, привело к увеличению количества пациентов, то есть к раннему выявлению. Инсулины необходимые для пациентов поступают, и эта проблема будет решена, в ближайшее время она решена полностью. Да, был период, когда мы несколько при формировании как раз вот заявки, закупок, проведения вот этих всех моментов по приобретению препаратов, чуть-чуть были ограничены в выдаче инсулинов на длительные сроки, но тем не менее все были обеспечены.